Ковшиком бьете по-любому часто, не обязательно по ушам показывать. То же самое, по первому гребню, в любое место бьете ладошкой, даже по солнечному, по печени, по почкам. Короче, массу вкладывать. Добавлять корпус. Он меня бьет. Блок протяжка. Я вам его давал. У нас были такие, внутри и одноименные. Блок протяжка. Да. Эта техника будет сплошь рядом в техниках Иринина. Хотя противно назвать. Надо прижать к плечу, надо закрутить, надо дать, вложить массу в определенном вращающем моменте. Тот же Иринин, только который вы уже знаете. Добавляется только этот раздер, на котором я работаю. Я удар его сбиваю, и на его естественном сопротивлении я наверное. Обычно мы сначала прыгаем, потом начинаем хвататься, а стремительно вот к такому искусству, чтобы лишний движение вообще не идет. Возбью, все, ход в прием, контратака. Контратака она может из удара и бросков из всего, плюс фиксация или добивание. Техника должна быть. У нас что, свинг был? Сюда покрачаешь. Что здесь? Капа. Так, насколько надо. Оп, я подгребаю еще. Вот, затвор подтягивает. Видно? А это рука тейша. Идет обычный наш выверт головы или... Эта рука вдруг на подбоночник идет. Все знает, раздер, который он применяет. Более... Видите, какая сила. Вы его натыкаете и еще ему... И получается, он встречает очень сильно. Если он дернулся, вы ему помогаете дернуться туда же. И уворачивайте голову. Это удар с рывком совмещен. Вот он, видите, теряет равновесие, если шаг делает. Я буду ему подбивать лоу-кик, выкручивать. Или опять же рычаговать. Я его сюда крутанул, потом потеншил, с капокером совмещал. Дергает. Тут удар, и плюс еще на своей ладони же держу, ему некуда голову убрать. Защищался от меня, видите, болтает, защищается. Тут я ему не даю убрать. И он всю силу берет в себя. Все исходящие. Дернул и в темп удара выкручиваю голову там или рычагу.